История России помнит тяжелые времена. Помнит имена своих героев, мужественно отстаивавших наши земли. Но всех этих побед не было бы без простого русского солдата, храбро сражавшегося, но пропавшего без вести. Держу в ладонях огонек, как символ той войны далекой, где незнакомый паренек закрыл собою мир жестокий. Он навсегда остался там, чтоб мы сегодня в мире жили. И солнце, чтоб светило нам, солдаты головы сложили. Пылай, гори, не затухай ты, вечного огня частица. Забыть войну сердцам не дай, забвений не дай случиться. От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещан, и одним мы в груди храним. Наша страна пережила не одну войну, в которой гибли тысячи, да что тысячи, миллионы людей гибли, причем не только на нашей родной земле, но и за ее пределами. К сожалению, мы не знаем всех имен погибших солдат, но мы всегда будем помнить тех, кто сражался за мирное небо над головой, тех, кто, несмотря ни на что, шел к победе, тех, чей подвиг бессмертен. Хранить память об этих людях – это наш с вами долг. Для нас Великая Отечественная война – это не только прошлое. Ее дыхание многие ощущают и теперь. Ведь она круто повернула жизнь всей страны, вошла в каждый дом, в каждую семью. Она в своем пламени сожгла миллионы людей, принесла колоссальные разрушения, потери и горечь, которые поныне остро тревожат людскую память. Через все это прошли наши прадеды, деды, прабабушки и бабушки. Каждый восьмой житель нашей страны погиб на войне. Сотни тысяч семей остались без отцов, братьев, сестер, сыновей и дочерей. Многие солдаты стали неизвестными. Мы здесь не только потому, что дата, как злой осколок, память жжет в груди. К могиле неизвестного солдата ты в праздники и будни приходи. Он защищал тебя на поле боя, упал, ни шагу не ступив назад. И имя есть у этого героя. Великой армии простой солдат. День неизвестного солдата – это не только день памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, но это дата, которая объединит всех пропавших без вести и погибших во время войн и военных конфликтов. Это дань благодарности всем, кто погиб на фронтах. Память о каждом солдате, защищавшем свою родину. Но есть те, кому на могилы не могут прийти ни родственники, ни потомки. Но все они герои своей страны, и мы должны помнить их и передавать эту память из поколения в поколение. Великая Отечественная война навсегда останется в истории нашей Родины народной войной против фашизма. Память о каждом солдате, защищавшем нашу Родину, священна. Мы, молодое поколение России, всегда будем помнить героический подвиг нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Навечно останется в наших сердцах чувство бесконечной благодарности тем, кто сражался за свободу любимой Родины. Низкий поклон им и вечная память. Никто не забыт, ничто не забыто!